И у нас сегодня такая мозаика. У нас такая мозаика. И за нами наблюдает рыбка. Рыбка, золотая рыбка. Сейчас готовим. Это такая мозаика для того, чтобы складывать всякие картинки. Цифры, буквы можно складывать, да, Яночка? Какая мозаика. А ну давай посмотрим, что здесь нарисовано. Смотрите, вот здесь можно такой поездик сделать, или букву В, или 2. Что угодно? Может на 2 или... Опа! А может на 2? И они у нас высыпаются все. А я 2 высыпаю. А ну показывай, Яночка, вкладыш наш. Вот вы такие долгие. А ну покажи наш длинный-длинный вкладыш. А я... Ого! Смотри. Навіть ще з другої сторони є? Так. А здесь букви і цифри, видиш? Так. А ну давайте попробуємо щось сложити. Давайте цифру 1 эту, давайте. Яночка, ми зможемо сложити цифру 1? А де вона? А вот эту. Так. Давай. Ставим еще последние. Нет, не сюда, Вовчик. Снизу, да. Ты свои поставила, Яночка, красные? Последняя. И у нас получилась цифра какая? 1. 1. Да. Еще половой. Теперь давай цифру 2 попробуем сложить. Давай. Какой ты хочешь выбрать? Паровозик. Это домик. Домик или паровозик? Домик. Нет, это трактор. Здесь пишет трактор. А ну давай посмотрим. Сейчас мы попробуем сложить такую рыбку, да, Яночка? Вот такая рыбка пишет. Теперь смотрим, еще у нас один синий. Яночка, ставь сюда синий. Хорошо. И у нас получилась рыба. Меч. Ну это не рыба меч, наверное, не знаю какая-то. Ну рыбка такая классная. Не, рыба меч. Рыба меч? Что? А Вовчик поломал. Ну чего это ты сделал? Вот ты такой красавчик. Yeah.